Всех приветствую на канале Friendly Ants. Прошло довольно-таки большое количество времени, но наконец-то я могу презентовать самый большой проект канала. Он готовился реально очень много времени и снимался на протяжении нескольких месяцев. Темой сегодняшнего видео будут Иридамир Миксбикнелли. На мой взгляд, самые злые и самые свирепые муравьи в моей коллекции. Скорости их размножения могут позавидовать многие виды, а их свирепость и агрессия — это их самое главное оружие. Поэтому заваривайте чай и запасайтесь печеньками, это видео обещает быть интересным. Все начинается с распаковки. Изначально эти муравьи отсылались из Австралии Ant-Keeping Depot'ом моему другу Владиславу Крылову. Кстати, ссылочку на его канал я скину в описании. Он подержал их у себя и решил продать их мне. Влад идеально запаковал посылку, и муравьи мне приехали живыми. Так еще и плюсом ко всему, он мне подарил в подарок еще Фейдоли по Лидлу. Так что могу сказать только одно – респектую и рекомендую. Утеплителя он прямо-таки не пожалел вообще, потому что когда я распаковал почтовый пакет, я заметил коробку, которая была полностью обложена утеплителями, да еще и плюсом ко всему, сами муравьи были хорошо уложены, укомпонованы и были упакованы в утеплители от Ant-Keeping Depot'а. Сомнений в том, что муравьи дойдут живыми, не было никаких. Они доехали живыми. Уже распаковав муравьев, можно заметить, сколько у них расплода. Это будет уже говорить о скорости развития. В пробирке довольно-таки много места, но такой пробирки им хватит совсем ненадолго, да и плюсом ко всему, даже уже с таким составом семьи вы их просто не сможете кормить. Все это объясняется характером этого вида, который вы увидите еще не один раз в этом видео. Поэтому нужно было незамедлительно задуматься о ферме для муравьев. У меня как раз таки один формикарий от 4 анс освободился, в котором жила большая семья жнецов. Семья жнецов, которую мы, увы, больше не увидим на канале. Большая империя жнецов, к сожалению, погибла, но оставила после себя хороший формикарий, который я перезалил, очистил и теперь могу заселить туда снова муравьев. Родная мать этой колонии, к сожалению, погибла по неизвестным причинам. Итак, приступим же к переселению муравьев. Переворачиваю заглушку на сторону с дыркой и вставляю туда трубку. Трубка оказалась слишком маленькой для отверстия, и поэтому я применил такой лайфхак. Этот лайфхак всегда меня сопровождает на протяжении всей жизни. Берете, обматываете ее либо скотчем, либо изолентой, и теперь она уже плотно вставляется. Ну а чтобы присоединить пробирку к самой ферме, я просто обмотал другой конец трубки и вставил в пробирку. Теперь у нас есть плотное соединение. Разведчики моментально ринулись на арену, это объясняется их характером. Это очень храбрые муравьи, они очень хорошо исследуют территории и могут это сделать довольно-таки быстро. Ну вот и все, муравьи заселились в ферму. Вроде бы кажется, что она для них еще слишком большая, но можно заметить, какой актив на арене. Переселялись муравьи довольно-таки быстро, но к сожалению, у меня не получилось заснять процесс, как матка переходит в ходы. Вы только посмотрите на арену и сколько там актива. Да-да, у этого вида арена — это, мне кажется, самое активное место. Тут происходит все самое интересное, к примеру, сейчас мы их покормим медовым сиропом. Муравьи сразу же заметили сироп и моментально набросились на него, потому что на арене всегда есть актив, и муравьи всегда наготове искать пищу. То есть, как вы уже поняли, арена — это самое активное место этого вида, и там всегда будет очень много муравьев и всегда будет актив, поэтому семья никогда не останется без еды. Этот вид отличает от всех тем, что здесь всегда что-то происходит, здесь всегда кипит работа, каждый муравей чем-то занят.
И если их сейчас откормить очень сложно, то я боюсь, что будет в будущем, когда семья будет гигантских размеров. После того, как хорошенько откормили муравьев углеводами, можно порадовать и белковым кормом. Сейчас мы их будем кормить личинками жука-знахаря. Да забросим побольше, чтобы посмотреть, как они классно охотятся. Размер семьи уже позволяет, чтобы мы забрасывали личинок в живом виде. Так даже будет быстрее развиваться семья, потому что для более крупной семьи это стимул для развития. У этого вида я уже давно заметил то, что если мы им забрасываем живой белковый корм, то они начинают классно охотиться и при этом развиваться быстрее. Да, есть потери, но для семьи появляется стимул развиваться быстрее, так как требуется гораздо больше силы. Соответственно, если у муравьев будет больше рабочей силы, значит и добычи будет гораздо больше. Прошу заметить, у меня уже довольно-таки хорошо развитая семья. Не нужно маленьким семьям давать живой белковый корм. Тогда вы создадите только больше смертей и больше ненужного стресса. Конкретно эта семья уже хорошо развита, и она готова к охоте. Она может запросто справиться с белковым кормом. Как вы видите, охота началась хорошо. Пришло много подмоги, и начался жесткий махач. О да, именно так я представлял классную охоту, когда собирается жесткое месиво и начинается классная командная работа. Несмотря на свой размер, у них очень острые и массивные мандибулы, они ими вцепляются в личинок, будто ножи. Вы только посмотрите на эту мертвую хватку, да они же этой хваткой могут сделать все что угодно и порешать любого. Муравьи могут быть большими, но при этом ужасными охотниками, а могут быть мелкими, но при этом профессионалами в охоте. А когда в охоту вступают профессионалы, это выглядит очень интересно и довольно-таки практично. У этих муравьев нет бесполезной суеты, они всегда все делают по делу. Они ставят конкретную цель на охоту и добиваются этой цели. Когда противник начинает ослабевать, они нападают на него еще сильнее и тем самым уже добивают его. А тем временем в ходах таится уверенность. Там все спокойно. Там нет никакой суеты из-за того, что происходит на арене. Муравьи уверены в себе и знают, что они победят. Как вы видите, этому личинусу уже пришел конец. Муравьи его тащат в ходы, и скоро молодые личинки муравьев хорошенько пообедают. А теперь вы можете убедиться в остроте их мандибул. Личинус начал подтекать. Из него потекла гемолимфа. Это можно заметить по мусору, прилипшему на личинку. А вот и молодые личинки. Расплода у них невероятно много. Матка с каждым разом несет гигантские пакеты яиц. Изначально развитие может показаться медленным, но это просто обманчивое чувство. Скоро наберется гигантское количество куколок и личинок, и у вас просто будет гигантская семья. Сами по себе вы этого не заметите, но когда куколки уже назревают, то сразу же появляется по щелчку пальцу новое потомство. Вот они, малыши, светлые рабочие, именно по ним можно красиво увидеть, какие у них мандибулы, какая у них треугольная голова. Поверить не могу, что уже через 3 дня эти рабочие будут охотиться на тараканов и личинок. Рабочие очень быстро крепнут и занимают свое место в колонии. Вообще появившиеся новобранцы очень быстро осваиваются. Иногда я даже замечал, что еще не до конца потемневшие рабочие начинают охоту.
Время шло, и не за существенное количество времени колония преобразилась максимально. Вы только посмотрите, сколько рабочих. У муравьев необычное поведение. Уже когда колония стала довольно-таки большой, половина или четверть колонии находится именно на арене. Только охота, только победа. Ими правят жажда гемолимфы и развитие потомства. Следующее, что я хочу сделать, так это прибраться у них на арене. Сейчас они там так поднасрали, конечно, засранцы еще те. В отличие от своих сородичей Иридамир Микс Пурпуриус, Иридамир Микс Бикнелли еще те засранцы. Они очень любят мусорить, и мусор, мне кажется, наверное, это их образ жизни. Подросшей колонии личинок знахаря уже мало. Нужно теперь что-то искать побольше. И теперь я им подкидываю тараканов. Они достигли такой численности, что теперь тараканы им по мандибулам, они спокойно могут с ними справиться, а охота теперь становится еще интересней. Предупреждаю YouTube, в этом видео показывается всего-навсего процесс кормления, без которого муравьи жить не смогут. Ну а мы же можем насладиться охотой муравьев. Это выглядит чертовски круто, их стало много, а значит, будет мясо. Вы только посмотрите, как они фиксируют этих гигантских тараканов, которые их очень сильно превосходят по размерам. Больше мяса, больше мяса, кидаем еще тараканов, пусть едят, пусть наслаждаются, пусть растут. Бросаем все силы на развитие гигантской империи. Все же я очень рад, что у меня есть такая классная колония. В следующем видео мы будем делать гигантский формикарий для них и подключим хорошую большую арену. Кормление тараканами дало свои плоды. Появилось гораздо больше расплода, гораздо больше куколок, гораздо больше личинок. Да и рабочих увеличилось в разы. До полного заполнения формикария колонии осталось еще немного. Буквально месяц, и колония полностью заполнит формикарий вместе с ареной. Следующая их особенность заключается в том, что они могут хорошенько так погрызть высокопрочный гипс Г16 и вырывать там хорошие ходы. На самом деле я даже рад этому, потому что сбоку формикария можно посмотреть через прозрачный акрил, какие красивые ходы, выглядит по-природному. Я бы сказал, там открывается больше места для развития потомства, и этими ходами муравьи довольно-таки хорошо пользуются. Вот такое вот видео получилось. Я очень рад, что вы его досмотрели до конца, и хочу пожелать вам всего самого наилучшего в этом году. Поздравляю всех с Новым годом! Вообще, я хотел это видео выложить 31 декабря, чтобы сделать хороший подарок на Новый год, но, к сожалению, по плохому стечению обстоятельств не получилось это сделать. Очень большое количество людей смотрит мои видео без подписки. Я буду очень рад, если вы подпишетесь на канал и жмякнете на колокольчик. Это очень сильно мотивирует делать новые видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик. С вами был канал Friendly Ants. Всем пока-пока.